Да, я сейчас прохожу 4-й час обучения, и на этом выпуск заканчивается. Так, обучение номер 4. Весной 58 года нашей эры Гай Юлий Цезарь, предчувствуя восстания гельветов, покинул Рим и отправился в Генаву, современная Женева, чтобы лично возглавить легионы проконсула. Это 4-я и последняя часть обучения. Вам нужно выследить и убить идуйского вождя Дубаликса, пока он не убедил соплеменников перейти на сторону гельветов. Поехали. Глава 4. Поле боя. Окрестности Карилока, земель галлийских племени Дуев, 1 апреля 58 года нашей эры. Дубаликс, привет, римским псам. Вы хотите меня увидеть? Ну что ж, любуйтесь. Но если вам что-то от меня нужно... Сперва попробуйте меня поймать. Да запросто, братан. Как нифиг нафиг. Выберите отряд конницы. Добро пожаловать в 4-ю и последнюю часть обучения Преторин. Здесь вы познакомитесь с последним из базовых видов войск конницы. Он и воины римлян называют эквитами. Выберите один из этих отрядов, чтобы перейти к следующему этапу. Благодаря преимуществу скорости конницы отлично проходит для ударов с фланга и тыла. В ближнем бою она способна справиться с большинством врагов, а вот стрелы и особенно копья предоставляют для них серьезную угрозу. Прикажите своим эквитам уничтожить вражеских стрелков, стоящих на возвышенности к северо-западу от вашей стартовой позиции. Так, северо-запад это... Так, где у меня тут? Вот здесь, по идее, они должны быть. Так, давайте конницу на Ctrl-1. И она будет... Врач на Ctrl-2. А я волчьего отправил, да? Угу. Хорошо, сейчас мы их уничтожим. Нифига тут. Раз вражеская деревня, обнесенная стенами этими. Два вражеская деревня, три вражеская деревня. Нормально так. Орлик уже час 7 минут идет. Сейчас вы начнете защищаться от фланговых атак. Продолжав идти на север, вы столкнетесь с большой группой противников. Как только это произойдет, из болота справа на вас нападет отряд вражеской конницы. Отправьте копейщиков направить фланг и выступайте на север, чтобы атаковать основные силы противника. Не забудьте, что для отражения вражеского натиска наиболее эффективны неподвижные строи. Окей, сейчас отразим. Ну, это я так делал в предыдущих частях, поэтому я это и так знаю. Так, врач всех вылечил, значит, его можно сюда отправить.
Ну где ваша вражеская конница? General? Your orders? Immediately. Сейчас то там мы были. Сейчас посмотрим, есть ли смысл сверху обходить. Сейчас там отправлю разведчика. Так, давай сначала сюда. Ну, мне обещали, что с правого фланга меня атакует вражеская этот конец. Давайте атакуйте, я жду. А вот такой, да? Yes, а, они там сверху отряды гельветтов. Чё они не атакуют? Yes, immediately. Ну, как бы жду. Ладно, сейчас попробуем их спровоцировать с помощью Центуриона. Успеешь, успеешь, братан, успеешь. Красавчик, успел. Да, я их спровоцировал все-таки. Как они там двое прорвались, я не понял. Разведчиком его убили. Про что говорил, легионеры тяжелые вооруженные не могут по мелководью ходить, поэтому им придется обходить. Быстрее, мои воины, говорит Дубаликс. Уничтожьте его, сожгите его дотла. Это тебе не поможет. То, что я разведчика потерял, это обидно. Приблизившись к реке и перейдя ее по первому мосту, вы увидите на востоке катапульты противника. Используйте преимущество неподвижного строя ваши лучники, а куселариев смогут расстрелять их издалека. Для продолжения прикажите лучникам куселариев поджечь катапульты горящими стрелами. Окей. General? Immediately. I am in command. Immediately. Yes, sir. Immediately. We are on the way. Yes, sir. Your orders? Immediately. Yes, sir. Immediately. Your orders? Run! Uh-huh. We are on the way. Uh-huh. Yes, sir. Immediately. Following your orders. Никого нет. Yes, sir. General? Yes, sir. General? Immediately. Mm-hmm.
Так, куда мы дальше пойдем? Наверное, вот эту. Нифига тут лесов всяких. Деревянные мосты можно разрушить или построить заново. Чтобы построить мост, найдите подходящее место, отмеченное опорами. А затем выберите отряд пехоты аукселаров и щелкните на этом месте правой кнопкой мыши. Для перехода к следующему этапу восстановите мост, который только что сожгли люди Дубаликса. Давайте, знаете, как сделаю для начала? Возьму два отряда копейщиков и поставлю их сюда. Чтобы если после постройки моста на меня никто не напал. Теперь я разжалую. Отряд легионеров, который 28 человек осталось. Мне кажется, что после постройки моста они пойдут в контратаку, мне почему-то кажется. Блин, разведчика я обидно потерял. Ладно, сейчас, я думаю, одну из деревень захватим вот эту и наймем себе и волчьего разведчика, и не волчьего. Я думаю, все будет хорошо. Сори, если я так все читаю, прям все действия, просто я так, даже для тех, кто ни разу в эту игру не видел и не играл. Сражаясь на открытой местности, используйте сильные стороны разных видов войск. В первых рядах поставьте легионеров, в других аукселариев следует разбить так, чтобы они могли обстреливать цели. Обострить квиты могут обойти противника, чтобы нанести удар с тыла. По стрелкам и осадным машинам центриона и лекарь должен стоять так, чтобы их влияние охватило как можно больше воинов. Давайте центуриона в разведку отправим. Интересно, а мой центурион справится с одним типом? Бля, тут армия вражеская целая. Это я здорово придумал с этим, с оборонительным строем. Сори, кстати, если очень громко говорю. Никак не могу настроить микрофон, чтобы он и далеко, и рядом был. Нифига там еще армия, видали? Вы не очкуйте, ребят, чё вы? Стоят, очкуют чё-то.
under attack. Boom! General? I can heal the wounded. I am in command. Ого, подкрепление. Ограды слагают. Центурион Кайти Труд. Цезарь послал подкрепление, чтобы помочь вам настигнуть врага. Хатинцы, два легионера, конницы, один лучников. А вот это, кстати, очень кстати, подкрепление. Это мне нравится. Такое я люблю. Давайте сразу этот лес займем, чтобы убедиться, что здесь никого нет. Атаковать противника, угу. Не забывайте, что дозорность с ястребом. А, да все, да? Превосходно, вы завершили четвертую часть обучения, теперь помните все, что вы знали, и победите Дуаликса. Все. Это окошко можно убрать. Так, у нас еще центурион появился. Сейчас мы разнесем их всех. Теперь у меня 3 отряда эквитов. Пускай тоже будет. Угу. Нифига вас тут. Обойти вас никак нельзя, да? Yes, sir. Uh-huh. Yes, sir. We are ready. Your orders? Что ты ахакаешь? Да, попробуем по моей старой тактике. На всякий случай сохранимся. Мало ли. Сначала зачищу этот лес, посмотрю, что здесь как. Косой. Не, они просто так не ведутся на этом. А пофигу, возьмем тогда штурмом. Где мой врач? Просто ролик такой же затягивается уже 1.5 часа практически. Мне тут еще много чего надо делать.
Потом я сейчас вот так обойду вот эту сторону, атакую, а это я атакую с помощью кавалерии. Отлично, вроде справились. Будем объединять войска. К оружию, снять оборону, нас атакуют римские свиньи, кричит Дубаликс. Будь проклят вы и все ваши союзники. Мне, воины, я говорю, что лучше сгореть, чем склониться перед чужеземцем. Мы не сдадимся. Слышишь меня? Слышите меня? Мы не сдадимся. Так, стой. Где у меня главный герой? Лучники сюда пойдут. Так, давайте сразу приступим к строительству тогда. Так, надо думать, пока продумывать атаку. Тут никого серьезно, тут башня. Ее можно обойти вот здесь вот. Сейчас волчьего разведчика, вот посмотрим, что да как. Your orders?
Блин, уже больше полутора часа серии идет. Очень долго, очень долго. Так. Кто там, кто там? А, Сокол. Так, я думаю, знаете, что сделать? В первую очередь нам нужен волчий разведчик. Все неполные отряды я оставлю на обороне, а мало ли что. Волчьего разведчика сразу сюда отправлю. Чего вы не атакуете? Странные ребята на самом-то деле. Давайте тогда построим катапульту. Да, в лесах у них там кто-то есть, определенно. Аккуратно, потому что у них здесь защитная башня. Блин. Я рассчитывал на час максимум эту серию записать. К 90 в основном. А где у меня волчий разведчик? О, потерял его. Вообще супер.
Yes, General. I am in command. Yes, sir. General? Immediately. Окей. Не буду сейчас задерживаться. Максимум быстро сейчас пойду, постараюсь пройти. И у меня волчий разведчик. Все время его теряю, кстати. Мне его убили, да? Да, у меня волчьего разведчика убили. У меня есть еще этот запас, чтобы я мог еще этих эквитов нанять. Блин, эквиты долго делаются. Блин, еще катапульты зачем-то построил, они мне по факту нафиг не нужны. Хотя... Может и пригодятся, сейчас узнаем. А стоит, давайте сейчас сначала в этот лес отправим. Еще одну деревню мы заняли. Что нам по воинам?
Отлично, можем еще один отряд создать. A new troop has been recruited. Uh-huh. Immediately. Uh-huh. We are ready. General? Вы серьезно пытаетесь отбить это? Какого хрена мы сюда поперлись, дебилы, нахер? Нахер мы туда поперлись? Долбоеба, блять. Сори за мат, я не хотел ругаться. На похера сейчас. Я сейчас не буду никаких там отряды делать, у меня так поиск нормально. Время не затягивайте, тоже почти 2 часа ролик идет. Я просто сейчас на пофиг, я ворвусь в этот. Тем более их тут не так уж много. Все, это конец миссии сейчас будет, наконец-таки. Это я очень долго играю в эту миссию, очень долго. Катапульт до сих пор горит, прикольно. Yes,
Получено достижение. Ну все, ребят, на этом обучение закончено. Всем спасибо, кто смотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Ссылка в описании. Напомню, что в этой группе выходят все ролики моего канала, также анонсы стримов и так далее и тому подобное. Сори, что я задержался. Все, в следующем выпуске я буду уже проходить основную кампанию. Поэтому всем удачи, всем пока.